Проект «Инженерная аналитика» предполагает анализ технологического процесса различными математическими методами. И мы понимаем, что никому не интересен анализ ради анализа. Конечно, ребята постараются разработать какие-то технологические решения, технологические рекомендации по изменению процесса производства. Если в первом семестре у ребят не было исходников и не было конечного продукта, они решали для себя самостоятельно, какими они будут, то в текущем семестре у них будут исходные данные, которые будут закреплены и четко конкретизированы. Работая над этим проектом, ребята будут изучать разные методы анализа данных. Это будут и методы математической статистики, математические методы моделирования. Это, возможно, они уйдут в решение через обучение нейронных сетей. Возможно, у них родится какой-то цифровой двойник. Ну, то есть, как вы понимаете, мы плотно очень включаем в свою работу информационные технологии и сервисы.